У нас есть искусство, есть шоу-бизнес. Две большие разницы. Мне кажется, сейчас для молодого поколения мейнстрим создается с помощью интернета. Когда нравится песня, ты вешаешь на стенку своему знакомому, своей знакомой, другу, одноклассникам. Вешаешь, вот эта песня мне нравится, вот, там, закачал клип, смотрите, весело. Или если это смешно, ой, смотрите, как прикольно, посмотрели. Наличие того же, я не знаю, там, песню трактористов, вот, актера из Питера, и уже миллион лайков, миллион просмотров, и уже начинаешь интересоваться, что это такое. Потому что на телевидении уже не осталось, по крайней мере, в метровых каналах нет музыки вообще. Есть какая-нибудь песня года, все остальное ушло на кабель. Кабель есть не у всех, по крайней мере, ну, за пределом Садового кольца, вот кабель на телевидении смотрят буквально там 10% людей, которые имеют эти кабельные сети. Поэтому среди молодой аудитории кумиры создаются с помощью интернета. Среди старшего поколения кумиры создаются с помощью огромных радиостанций, которые вдалбливают с утра до вечера одну и ту же песню. Кто-то кого-то бросил, кто-то кого-то любит. И, в принципе, люди, ага, вот эта песня мне нравится. Тут же выходит какой-нибудь телевизионный рассказ, исповедь этого человека, как ему было трудно, плохо, как бросила жена, но он восстал из пепла. И теперь вот он такой красивый, одинокий, поет для вас всех вот, разведенки. Страшная сила – это радио и СМИ, но, к сожалению, или, к счастью, оно, надеюсь, скоро потеряет свои свойства навязывать простым людям, которые не имеют доступа к интернету или не имеют желания смотреть в интернете какую-то музыкальную историю. Оно потеряет свое влияние, надеюсь.